Воздушные шары цветов российского триколора, замершие в ожидании спортсменов тренажеры и красная ленточка в ожидании. В декабре 2014-го Наро-Фоминск записал себе в актив еще одну спортивную площадку. Теперь в микрорайоне Южный, на улице Ленина. Построили еще одну детскую спортивную, точнее, площадку. Пусть она, может быть, не очень шикарная, но зато специализированная, как мне уже объяснили. Это очень хорошее и правильное событие. Ваша задача – сберечь то, что делается для вас, сказал глава района, обращаясь к подрастающему поколению, воспитанникам детско-юношеской спортивной школы номер один. И добавил, что в районе в ближайший год будет воплощаться в жизнь программа по благоустройству дворов. А это значит, что детских и спортивных площадок, мест для отдыха и спорта станет в разы больше. Площадка на Ленина 1 – это подарок городу от группы компаний «Мортон». Социальная ответственность. Ответственность бизнеса в действии. Восьмого декабря площадка была торжественно открыта, и все желающие уже смогли опробовать новые тренажеры. Уличные тренировки в формате воркаут становятся доступнее. Анна Тюрюмина, Сергей Гетман, НТК.